как говорится, дожили. Нравы меняются, и теперь, как показывает статистика, желающих узаконить свои отношения становится все меньше, а тех, кто расторгает брак, все больше. Так, в 2015 году только 13 тысяч пар сыграли свадьбу. Это на 902 пары меньше по сравнению с предыдущим годом. Ну, а количество разводов в регионе составляет 50%, причем чаще расходятся 30-40-летние. Ну, что тут скажешь, и в том, и в другом случае свободных и одиноких становится больше. Как найти подходящую пару, если на это нет времени, и можно ли доверить свою судьбу в руки профессиональной свахи, узнаем у администратора клуба знакомств Людмилы Другановой. Людмила Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Неужели клуб знакомств до сих пор пользуется популярностью? И вообще, кто к вам обращается за поиском второй половины? Конечно, пользуется еще какой популярностью. Люди никогда не хотели быть одни и не хотят. Поэтому они обращаются к нам. Обращаются люди разного возраста по поводу, чтобы познакомиться с кем-либо. А в эпоху социальных сетей вот интернет вам не конкурент? Вы знаете, интернет нам не конкуренты. Люди, которые побывали в интернете, в соцсетях, они приходят и хотят получить живое общение у нас. То есть разочаровываются, получается? Разочаровываются. В основном молодые люди. Хорошо тогда. А почему те же самые молодые люди не могут спокойно познакомиться в городе? Им времени не хватает? Или скромные стали? Да. Вы знаете, люди жалуются, и не хватает времени. Люди много работают. Пожалуйста, пусть к нам приходят, у нас в спокойной обстановке, можно посмотреть всю нашу базу данных. Мы даем такую возможность познакомиться с нашими абонентами. В таком случае такой вопрос, какие требования предъявляют кандидаткам мужчины, ну и наоборот. Вот раньше как было в газетах тех же, да, считая, чтобы там не пьющие, без вредных привычек, с машиной, не знаю, там жилплощадью. Хозяйственные. А сейчас что? Знаете, и женщины, и мужчины ищут социально стабильных партнеров, ведущие здоровый образ жизни, но и порядочность в отношениях, что присутствовалось. А вот что касается, допустим, пары, как она подбирается вообще? По каким критериям? Человек приходит, пишет анкету, заполняет, пишет свои пожелания. Ага. Исходя из этого, мы уже подбираем кандидатуру, согласно его запросов. То есть не всю эту кипу, где он сам выбирает? Нет, да, конечно. Да, вы уже мы поработали, отсеяли ненужных. Хорошо, а если не понравится? Вот ему показывают, например, вот фотографию. Штук 5. Да, а он нет, не то. Нет, мы уже предлагаем другую, конечно. Человек выбирает. Даем каталоги, пожалуйста, посмотрите. Фотографии можно, анкеточки почитать. Кто-то выбирает и сам. А потом кого-то уже подбираем и мы. А дальше как происходит? Вы созваниваетесь с тем человеком, которого, допустим, да, выбрал? Свободен этот человек или не свободен? Будет он встречаться или не будет? А где проходит встреча? Где проходит? На нейтральной стороне. На нейтральной? И уже без вас? То есть, как обычно, где-то кафе, какой-то парк? Да, это уже их дело. Это уже они сами решают, где им встретиться. Или в кафе, или на улице, или, может, где-то на квартире. Анкетные данные вы проверяете? Правда там, неправда? Бывают эти альфонсы? Мы работаем на полном доверии. И бывает такое, что и в паспорте штамп есть, но человек, оказывается, свободен. Но, а жаловались ли вам, не знаю, мужчины или женщины, что вроде бы началось все хорошо, а потом оказалось, что человеку просто деньги нужны там или еще что-то? Ну, бывало. Бывало и такое. Бывает, да? Бывает, конечно, в жизни. Человеческий фактор. Хорошо. Вот цели, опять же, мы возвращаемся к целям, они бывают разные у всех. Вы принимаете заявки только от тех, кто настроен на серьезные отношения? Или есть варианты, допустим, для флирта, сходить куда-нибудь, знаете, в кино вместе? У нас сначала идет просто общение. Угу. Потом оно переходит в серьезные отношения. Может перейти в серьезные отношения. Но иногда человек хочет просто подружить. Получается, вы гарантии не даете, что все закончится свадьбой? Ну, конечно, нет. Мы помогаем людям просто. Отдельная тема. Иностранцы. Вот, ой, женщины, знаю, вот, да, помогали ли вы кому-то замуж в этом? Я не знаю, может быть, мужчина живет там, ищет здесь и наоборот. Вы знаете, мы работаем с севером и с Тюменью. В нашей практике не было такого. К нам не обращались люди за иностранцами. Но есть молодые девушки, которые хотели бы встретить обеспеченного мужчину. И вот, кстати, по этому поводу вопрос. А кто ваш клиент? Все-таки какого возраста люди больше к вам обращаются? Люди больше обращаются среднего. Но вообще люди разные приходят. Мы работаем больше. Сформировалась такая тенденция, что с людьми среднего возраста и старше. Ну, а молодые уже у нас в соцсетях.
общаются. Людмила Васильевна, желаем успехов и вам, вашему, так сказать, клубу знакомств, но и вашим кандидатам и кандидатам, чтобы действительно большое получилось найти себе вторую половинку. Напомним о том, чем занимаются современные клубы знакомств и реально ли найти вторую половинку. Воспользовавшись их услугами, мы узнали у администратора клуба знакомств Людмилы Другановой.